Ветераны, труженики тыла, дети войны, все те, кто сегодня столь дружно пришли к нашему мемориалу и так по всей стране столь же дружно, ответственно память о подвиге наших ветеранов, которые 79 лет назад сломили хребет фашизму. В наших рядах здесь, около нашего мемориала, стоят совсем юные ребята и девчата в юноармейской форме. Они глубоко чтут и знают, изучают историю буквально каждом ветеране назаровце, который защищал нашу Родину. В наших рядах учителя, педагоги, для которых весь смысл жизни – сохранить и передать и привить эту память нашей молодежи. Сегодня выражаю благодарность каждой семье, жители города, за то, что вы храните эту память и передаете. Это очень важно. И вчера на нашем торжественном концерте в городском дворце культуры первый номер исполняли даже дошколята, которые исполняли песню и благодарили своих прадедушек и прапрадедушек за наше мирное небо. Искренние слова благодарности стоящим здесь в рядах наших участников торжественного митинга, участников специальной военной операции за ваш подвиг, за то, что сегодня ребята мужественно охраняют нашу Родину. Спасибо участникам наших антитеррористических спецопераций, воинам, афганцам. Спасибо и выражаем благодарность всем, кто поддерживает сегодня наших бойцов специальной военной операции. Дорогие друзья, поздравляю всех с 79-й годовщиной, со дня Великой Победы Советского Народа, Великой